Прокатиться с ветерком на чужой машине не получилось у 23-летнего жителя Югорска. Его задержали полицейские. Причем им пришлось пуститься в погоню за нарушителем. Выяснилось, что любитель быстрой езды был пьян. И машина, которую он угнал, была третьей за вечер. До этого он пытался завести ВАЗ и АКУ, но поддался лишь Volkswagen. Его хозяин оставил машину открытой с ключами в замке зажигания. По словам полицейских, мужчину уже задерживали за езду в нетрезвом виде. Теперь помимо административного наказания за нарушение правил дорожного движения, югорчанину грозит и уголовная ответственность. Ведь кроме похищения машины, злоумышленник успел присвоить себе 5000 рублей, находящихся в автомобиле.